Приветствую вас, Станислав. Смотрите, пожалуй, начать стоит с того, что ваше имя, оно вот именно такое, вы себя так презентуете, вы себя так представляете, вот. То есть есть ощущение, что воспринимаете вы себя немножечко пренебрежительно. Следующий момент. Да, девушка, ну, конечно же, я думаю, что здесь вот, ну, здесь, ну, в какой-то степени все достаточно очевидно, да, то, что вами девушка манипулирует, вот, считаю, что, ну, считаю, что вы нуждаетесь в ней, ну, больше, чем она, да, то есть, как бы, вот, и, ну, в какой-то степени, наверное, в какой-то степени она права, потому что вы, ну, действительно нуждаетесь в ней. Это, я, ну, это явственно чувствуется, это чувствуется, ну, вот, мне, это ощущается мне, что вы нуждаетесь, ну, что вы нуждаетесь в ней. А в девушке вопрос заключается только в том, ну, для чего, да, то есть вопрос заключается в том, чтобы что вы нуждаетесь в, ну, ну, девушке, то есть вот вы говорите, что у вас не складывается, ну, не складывается общение, да, с девушками не складывается взаимодействие, но вот достаточно важный здесь момент, это то, зачем вам это самое, ну, вот зачем вам девушка на данный момент, чего вы хотите, какую вы, ну, хотите решить проблему свою, да, вот, это вот на, ну, на мой взгляд, это достаточно важная история, на мой взгляд. Это очень важный момент. Для чего вам, девушка? Ну, зачем вам? Она. Зачем вам? Вот, ну, из чего проистекает вот эта вот нуждаемость ваша в ней? Вот. Или в них? Не особо. Это важно. Вот здесь. Дальше, значит, есть ощущение, оно, ну, такое достаточно сильное, что вы не уверены в себе. Есть ощущение, что вы сомневаетесь в себе, есть ощущение, что, ну, что вы как-то вот, что у вас есть страхи, вот, какие-то есть ощущения, что вы, ну, может быть даже боитесь чего-то, вот. То есть это все вот, ну, вероятно, это все имеет место быть. И, соответственно, на вас это, ну, влияет, да, достаточно. Ну, достаточно
степени, да, достаточной меры. Вот. И, соответственно, это связано с сверхмотивацией. Да, то есть, как бы, ну, у вас имеет место быть сверхмотивация. Вот. То есть вы сверхмотивированы, ну, на то, чтобы, значит, общаться, взаимодействовать с, ну, вот, с девушкой. Вот. Примерно так. Примерно. Это вот то, что я могу вам сказать. Ну, сейчас. Непосредственно. Дальше уже нужно смотреть, чем конкретно ваши страхи, да, чего вы хотите сами. Потому что обычно девушки, ну, и не только девушки, кстати, достаточно легко чувствует, когда мужчина, например, ну, например, мужчина, в себе не уверен, вот, и, соответственно, эту неуверенность женщина, ну, начинает использовать, вот. Не может не использовать. Вот такой я могу дать вам ответ. Вот. Ну, исходя из того, что вы описываете, конечно. Исходя из вот той информация, которую вы предоставили. Обратите внимание также на то, что вы, ну, грубо говоря, не пытаетесь разобраться в себе, вы пытаетесь понять девушку, что в какой-то степени тоже является деструктивной историей, вот, потому что пытаться понять другого человека в большинстве случаев является путем никуда. Ну, я надеюсь, что мой ответ вам помог. Чтобы складывались лучшие отношения, нужно, чтобы вы прорабатывали свою модель мужского поведения. Именно мужского поведения. Тогда ситуация будет выравниваться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.